В Слободзейской госадминистрации в ближайшее время будет открыта общественная приемная. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава района. По словам Виталия Телевко, такое решение было принято в связи с большим потоком граждан на прием по личным вопросам. Зачастую отведенного на прием жителей времени не хватает для обсуждения насущных проблем, отметил глава района. В основном это, конечно, вопросы бытового характера, но тем не менее. Значит, мы постараемся снять напряжение и максимально оперативно решать все собираемые проблемы. Приемная будет работать ежедневно с 8 утра до 5 часов вечера. Говорили на аппаратном совещании о состоянии системы водоснабжения. Специалисты отмечают, в среднем за неделю в районе происходит от 25 до 30 порывов. Это связано с изношенностью сетей. На прошедшей неделе в двух селах района Суклея и Незавертайловке вышли из строя насосы артезианских скважин. В кратчайшие сроки их заменили. А вот в Константиновке ситуация оказалась сложнее. Проблема в том, что... Значит, скважина одна вышла из строя, ее практически очень сложно отремонтировать. У нас отсутствует такая техника, которая способна вытаскивать, значит, обрушившиеся насосы с глубины 180-200 метров. Поэтому, значит, восстановили другую скважину, и сегодня не может подъехать тяжелый кран, который весит 22 тонны по полю. Сейчас водоснабжение в селе осуществляется по временной схеме, пока не найдут решения проблемы, говорят специалисты.